Всех приветствую на прохождении нашего симулятора заправочной станции. Так, уже 7-я серия, либо 6-я, я уже не помню. В этой серии мы с вами будем сейчас улучшать наше здание. Единственное, что я без записи сделал, это покрасил нашу мастерскую. И плюс еще прошел задание. Помните, да? Надо было выполнить на кассе 100 человек. Обслужить, заправить тачки, ну и тому подобное. Так что давайте... Давайте попробуем, где наши улучшения. Вот наше улучшение. 4-й уровень заправки. Во. Шикарно, что могу сказать. Мы с вами расширяемся. Теперь мы сможем с вами нанять нового сотрудника, если не ошибаюсь. Так, сотрудники фургоны. Фургоны за 500, да? Вот, за пятихатку мы с вами купили еще один фургончик. Сейчас тогда мы наймем человека. Нанять. Кого мы наймем? Заправка 3, заправка, уборка 6. Уборка 6,6, касса 11. Давай, наверное, на кассу и на уборку его, да? Наймем все. Так, расписание. Основная работа у тебя будет на... Работать кассиром, и плюс еще дополнительно будешь убираться у меня на заправке. Во, вот так. Деньги мы тебе будем автоматически выдавать. Все, шикарно. Сейчас подождем нашего нового сотрудника. Так, кассовый аппарат. Давай, иди ты. И в принципе у нас осталось еще пятихаточка. Давайте посмотрим. Так, где эта штука? Давайте посмотрим, мало ли, может что-то еще сможем с вами. Да, нормально работает. Улучшить. Так, декорации, взаимодействовать. 690, баскетбольное поле. Так, гонки, баскетбольное поле. Может, за 690 баскетбольное поле себе возьмем? Как думаете? Либо что мы можем еще себе... Так, на территории. Здесь вроде все есть. За соточку можем пальму. Хорошо, купили за соточку себе пальму. Так, есть, отлично. И еще за 120 можем. Все, полностью мы улучшили. Осталось 275. Так, что это такое? За 200. Набор для пикника на парковке. Ага, некоторые. Получите удобную зону отдыха прямо рядом с парковкой. За 200 баксов. Ну, давай купим. Все, хорошо. Давай посмотрим, пока есть пальму за 130. Не, наверное, брать не будем. Телега нам тоже, в принципе, не нужна. А здесь мы с вами все сделали. Хорошо. Давай сходим, посмотрим, где у нас находится возле парковки наш отдых. Где-то тут должно быть, да? Правильно я понимаю? Или где? Где пикничок? Старичок, пошли на пикничок. Здесь еще нужно разблокировать сарай, чтобы использовать доступ. Какой сарай, я пока без понятия. Что нам нужно будет? Надо будет покрасить еще вот здесь нашу расширенную часть. Давайте, наверное, мы так сразу с вами и сделаем. Вот таким вот цветом. Пусть будет у нас зелененьким. И надо будет посмотреть, где мы с вами пикник сделали. Блин, а с сотрудниками... Сотрудниками... Хорошо, да, мы начинаем себя чувствовать. Нам единственное, что нужно будет следить, это за полками заказывать продукты. И плюс еще в гараж нужно бегать, будет смотреть там... Покрышки, масло... И зеркала, плюс бензин нужно будет заказывать. Наверное, тратить сейчас мы деньги не будем. Закажем бензин. Я не знаю, насколько у нас там его осталось. Крится, насколько много у нас с вами бензина осталось. Все, хорошо. А крыша у нас... Ну, крыша вроде нормально. Так, давай щеточкой мы сделаем все красиво. Здесь мы с тобой... Нет, берем в руки. В руки, руки берем.
Так, ага, здесь стены нужно будет тоже покрасить, хорошо. Нужно будет обновить, потому что некрасиво как-то все выцвело. Ага, понял. И нужно будет, наверное, да ё-моё, дополнительную кабинку купить, да? По возможности. Так, давай. Взаимодействие. Будьте в зеленом. Хорошо, еще здесь. Осталось две стеночки докрасить, и будет вообще все шикарно у нас с вами. Так, ага. Вот стенка. Единственное, стекла какие-то грязные, я не знаю, их вымыть их у меня не получается. Так. Ну, надеюсь... Это не сильно повлияет на посетителей. Так, давай смотреть. Ага, ты занимаешься уборкой, хорошо. Во-первых, что у нас по бензину? 23 литра осталось. Ага, нужно нам бензин заказать. Доставка бензина. И пошли смотреть, что у нас по поводу пикника. Ой, я не хочу брать трубочку. Ладно, берем. Так, скажу прямо, мне нужна услуга. Эй, черт, видимо, наступило то самое время года. Лучше спрячься, малыш, позвоните позже. Только одно дело, уберите кучу песка, когда закончится буря. Ага, хорошо. Мы уберем. Так, что это за знак вопроса у нас светится? А, взаимодействовать. То есть я могу сесть, отдохнуть, да? О, неплохо. Пипчанская. Так, что это? Ага, это сарай. Это, походу, мы сейчас новую с вами... Мэйдэй. Сос. Это Foxtrot 29, запобит, требую разрешения на аварийную посадку. Только не ври, что на заправку мы упадешь. Тут есть кто-то, ради бога. Черт возьми, эта хрень не работает. Держись, милые, мы выберемся отсюда живыми. Мы непобедимы. Жесть. Так, задание выполнить. Доберитесь до места аварии, проверьте, что произошло. Доставка топлива рядом с нами. Хорошо, мы туда сходим. Туда сходим, это не проблема. Сейчас мы заправимся. Так, давай вот сюда. Блин, куча песка, куча всего. Ну ладно, сейчас нужно будет сначала проверить. Ага, шины нам нужно заказать. Шины. Доставка. Не то. Вот шины. Надо хотя бы пару штучек заказать, чтобы были. Есть, отлично. Вроде все остальное нам хватает. Так, у нас есть новое письмо. Нужно будет поубирать это потом. Это понятно. Почта. Хорошо. Что по поводу продуктов? Продукты вроде у нас еще с вами есть. Ага, нужно кучу песка будет, да, здесь убрать. Так, а где наш трактор? Вот наш трактор. Хорошо, значит, мы в руки берем канистру. Мы заправляемся. Ага, занято. Так, а дай заправиться. Потому что наши гости не смогут, наверное, уехать, да? Да, вот песок. Ну, придется им ждать. Да, затишение разблокировано, хорошо. Сейчас мы заправимся. Пойдем поубираем все это безобразие с вами. Так, поехали убирать. Вроде немного, вроде только две кучки. Ага, там еще кучка есть.
Так, ну придется справляться как-то. Так. Стопэ. Подобрать, хорошо. Ага, то есть придется пару раз сюда приезжать, да, я так понимаю? Плюс 200 баксов. Походу, этот, как его... Кто-то отремонтировал тачку, потому что такие большие бабки мне чисто за тачку дают. Сейчас мы сходим, откроем наш склад, выложим все туда. Продукты наши. Так. Угу. Разблокируйте сарай. Какой сарай? Я честно, честно без понятия, какой сарай нам нужно разблокировать. Давай, заезжай. Сейчас возьмем покрышки с вами и продолжим дальше уборку. А потом уже сбегаем, посмотрим, кто там на кукурузнике разбился у нас. Давай, 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 выезжай. Все, шикарно. Пошли тем. Теперь у нас есть время с вами заняться мелкими такими работами, как уборка песка и всем остальным. Потому что у нас с вами два сотрудника уже есть. Это хорошо. Нужно, конечно, 4. Нужно 4, чтобы в ночную смену тоже не прекращалась работа. Но пока как-то так. Надо сейчас сначала будет убрать это все. А потом уже разбираться с сотрудниками. Так, где наш песочек был тут? Вроде где-то впереди, да? Да, вот куча с песком. А вот и куча с песком. Вот про что я говорил, что они будут застревать. Все, нормально. И еще один раз надо будет проехать. Ну да. Божечки, а вы не можете просто объехать это все, не? Неужели так сложно объехать кучу песка? Так, надеюсь, мне топлива хватит. Надеюсь, нам топлива хватит. Давай. Едем, едем, едем. Аккуратно, тут мы не проедем. Так, мадам, я вас спасу, не переживайте. Давай, 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 давай. Ага. Нужно с другой стороны подъехать. Так, тихонько, тихонько, да я... Беру сначала кучу, но она не хочет, как обычно. Все, шикарно. Топливо закончилось. Ну и неважно, я думаю. Закончилось так закончилось. А можно мне пройти? Нельзя, да? Так, 700 баксов, хорошо. Положить все, отлично. На пару машин нам точно этого хватит. Что по поводу бензина? Давайте, наверное, еще одну, наверное, закажем. Доставка топлива на соточку. Заказать улучшение. Склад третий уровень за 500. Улучшаем. Да, давай. Разрешение разблокировано. Хорошо, есть. Отлично. И заказали бензин, и как раз улучшили склад. Так, что я хотел? Я хотел, наверное, на всякий пожарный взять. Заправить канистру бензином. Заправить наш трактор. Ну, чтобы потом можно было спокойно его убрать отсюда, чтобы он никому не мешал. И пойдем сейчас с вами сбегаем, посмотрим, кто там у нас разбился. Так, пошли. По-моему, сюда куда-то. Блин, а у нас тут сарайчик. Это этот сарайчик, да? Или это автомойка у нас будет с вами? Как думаете? Так, разберите сарай, чтобы... Хорошо.
Немало взаимодействует, да? Ладно, побежали. А я даже не рассчитывал, что карта такая огромная будет у нас. Я думал, что мы можем только бегать возле заправки и все. Так, что-то я в кактусы зашел. Если куда-то не туда пошел я. Так, отлично, вот ты. Эй, ты, иди сюда. Разве ты не видишь, что мне нужна помощь? Я Джо Ковальский, второй лейтенант ВСС США. А кто ты, рядовой? Я знаю это место, но не знаю тебя. Ты что, не мой? Господи, это будет кошмар. Эта станция твоя? Какой у вас тут бардак? Время позаботиться об этой старой взлетно-посадочной полосе. После этого я смогу познакомить вас с некоторыми деталями. Но сначала покажи мне, что ты сделал. Пойди проверь этот сарай. Я уверен, что будет хорошо, да? Извини, удачи. Ладно, давай. Я так понимаю, у нас сейчас будет еще взлетно-посадочная полоса. Мы будем заправлять с вами этим самолеты. А вот это уже интересно. А можно пройти? Спасибо. Так, а баблосики капают у нас. Так, задание выполнено. Ты кто? А, нужно поубирать просто мусор, да? Ну, давай поубираем. Ну, я, в принципе, не против. Новое задание, новые возможности. Новые клиенты, баблосики. Будет прикольным. Так, только... Мне интересно, мне сюда тоже надо будет нанимать рабочих, либо... Либо самому придется туда-сюда бегать. Не, нужно будет сначала заняться. Давайте мы займемся с вами сначала заправкой. Наймем 4 человека. А потом уже будем заниматься самолетами. Ну, чтобы мы там уже не переживали. Единственное плохо то, что мы не сможем нанять кого-то, чтобы закупкой занимался. Так, отлично, отлично. Что нужно сделать? Так, улучшение. Что за улучшение? Так, склад, мастерская. Ага. У тебя 2 новых письма. Разблокируйте сарай, чтобы иметь. Хорошо, сейчас мы разблокируем. Подождите, мы сходим бензин себе. Наполним. Ну, чтобы было чем заправлять. Посмотрим, есть ли у нас вообще, в принципе, продукция еще. Чем работать. Да, тут еще есть. Заправка есть. И вроде касса тоже работает. Так, вроде нормально. Так что, идемте. Скоро будет ночь. Скоро они пойдут в 8 часов вечера домой. Погоди, мы можем с вами купить еще один фургон, чтобы сделать ночную смену, либо нет? Так, а ну... Сотрудники, фургоны. Недостаточно денег. А в принципе можем, да? Сейчас на 416. Ага, и наймем кого-то на ночь, чтобы он работал на кассе и работал на заправке. Так, а давай как-то быстрее немножечко. 467, хорошо. Ну, по идее, должны купить. Божечки, а можно это быстрее все сделать как-то? 486. Так, ага, ты идешь ремонтировать. Отлично, сейчас она отремонтирует. Мы как раз с вами заправимся. Заправим тачку, и как раз должно хватить, по идее, нам... Давай. О, молодец. По идее, нам должно хватить еще на один фургон. На ночную смену. 679. Есть, шикарно. Так, сотрудники, фургоны. Купить. Есть. Все, нанимаем сейчас человека. Ночную смену. Так, нанять. Есть. Расписание. Так, ночь.
Ночь. Будешь у нас заправлять автомобили, а вторичная работа у тебя будет работать кассиром. Все. Отлично. Ночную смену у нас уже есть с вами человек, ребят. Предлагаю пойти посмотреть, что у нас тут в сарайчике интересного. Правильно. Мы же должны как-то с вами развиваться. Значит, нужен кто-то и в ночную смену. Днем, в принципе, мне без разницы, будут ли... Будет ли ремонтировать машину. То есть, чем ночью мне без разницы, будет ли ремонтировать машину. А вот днем мы потом уже разберемся. Так, а что мне сделать нужно? Мне, наверное, тебя заправить надо, да? Пустая, хорошо. Идем тогда заправим бак. Так, клиенту заправки. Отлично. Но я думаю, ночную человек справится. Так, заправлено. Побежали. Побежали. Но я надеюсь, что нам нужно заправить будет тачку. Все, хорошо. Не? А как мне от паутины избавиться? Никто мне не подскажет. Хорошо, два новых письма у меня там. Дай посмотреть, почта. Так, перемещение через паутину чрезвычайно обременительно. Я, может, сильно замедлил вас, поэтому лучше избавиться от нее заранее. Время от времени будет появляться паутина, если вы не будете часто... Ага, улучшение мне мигает здесь какое-то. Так, инструменты, метла. Может, метлу в руки надо взять, как думаете? Ага, да, все, отлично. Понял, нужно будет туда-сюда работника тоже какого-то нанимать. Все, шикарно, что могу сказать. Шикарно. Так, давай туда. Это сюда. Нужно будет потом заказать вывоз мусора. Так, а что это за труба такая? Как мне от нее избавиться? Так, бутылочка. Надо, наверное, будет сейчас на соточку еще бензина заказать. Так, у меня же есть мусорный пакет. Могу сейчас сделать вот так, чтобы не бегать постоянно, правильно? Сарай разблокирован, все шикарно. Дай мне мусорный пакет. А ну, добросим? Ну, почти. В принципе, почти получилось, да? Ага. Так. Дай смотреть. Ура! То есть мы можем перемещаться. Вот, ля, смотри, мы можем быстро перемещаться между сараем и своим домом. Отлично. Что могу сказать? Отлично. Так, еще нам нужно убрать с вами. Наверное, вот эту вот трубу, да? Или что? Не то. Сейчас, ребята, еще разберусь в управлении, потому что вы сами знаете, что здесь суперское у нас управление. Надо будет еще пески здесь поубирать. Хорошо, ладно. Пошли сбегаем к нашему летчику.
Блин, хорошо, что через кактусы можно пройти. Так. Хорошая работа, солдат. Надо топаться этот старый приятель, чтобы перетащил самолет. Уверен, ты знаешь, как этим пользоваться. Ага. То есть мне нужно будет сейчас сюда тачку подогнать. И, наверное, отремонтировать в сарае, да, самолет? Чё-то баблосики не капают. Походу, закончился бензин. Идемте сходим, посмотрим. Доставка топлива. 93 литра, 77. Давай заказать. А что тут еще улучшение? А что улучшить можно? Мы же вроде все уже улучшили, все, что могли. Либо нет. Ладно, разберемся. Поехали. 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 Нет, не поехали. Ага, нужно будет сюда сейчас самолет подогнать. Окей, потом нужно будет брать трактор, наверное, и вот эти вот пески все расчищать. Как обычно, это будет, наверное, происходить без записи, потому что сами видели, как оно бывает. Очень долго и нудно это все делать. Так, я так понимаю, вот так надо заехать. Или как? X переключить режимы. А как мне выдвинуть вперед? Так, удерживайте для движения F, выход QE. А, выдвинуть стрелу, вот. Но я ж попал. Не. Игра так не считает. Не, игра так не считает. Но вы же сами видите, что вроде попал. Или куда мне надо эту стрелу? Так. Ага, нужно было пробел нажать, понял. Готовы вложиться в это? Нет, конечно, у меня денег нет, у меня 200 баксов всего. У меня всего 200 баксов, приятель. Так что реально не готов я в это вложиваться. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Интересно, надо будет ли мне тачку загонять? Либо не надо будет. Сбросьте самолет. Отлично. Так, пришло время починить крылья моего самолета. Так, а Джо надо будет заклеить крылья его. Хорошо, это изи. Изи, изи, изи. Я правильно делаю, не? Или я неправильно делаю? Ага, нужно вот так еще делать, хорошо. Отлично.
Здесь еще нужно будет... Вот так, заклеить. Справились. Не справились, а справились. Блин, надежно, прям как швейцарские часы, да, ребят? Вот это я понимаю, вот это ремонт. Все, шикарно. Куда его положить? А, не все еще. А что не так? Что тебе не нравится? Исправить, хорошо. Так, осталось еще немножко. Использую всю ленту. Окей, ну давай эту еще используем. Я слежу за тобой, мог бы помочь бы. Все, есть, самолет исправлен. Ты закончил? Здорово. Не ужасно, но похоже ты вовсе не бездельник. Я мог бы использовать эту посадочную полосу, друг мой. Заставить ее работать, расслабься. Вы не делайте это бесплатно. Да? А ты мне баблосики хочешь дать? Или что ты мне хочешь дать? Так, погоди, мне там стоит что-то. А, это да, это же бензин стоит, ждет нас. А я думаю, почему у нас деньги не капают, это бензин. Потому что с 8 утра сейчас начнут наши новые сотрудники работать. Все? Мы с вами справились? Либо не. Так, что за пролаги? Я не понимаю. Оптимизация крыса на высшем уровне. Так, зайти. Хотя ладно, давай выкинем. И закажем вывоз мусора, да? Мусора у нас тут очень много. Так, что вы хотите? Улучшения, инструменты. А, вот оно что. У меня тут заправка, смотри. Так, заправка есть. Здесь улучшение, потом... Ага, и вот самолеты, да? Что это такое? Стоимость чертеж. Есть. Шикарно. Все, мы с вами справились. Нужно будет потом поубирать эту весь кукурузник. Теперь понятно, что оно у меня светилось. Спасибо. У меня все получилось, да? Но, партнер, этот аэропорт просто идеальный для остановки. Как насчет расширить ваш бизнес? Скажем, разных товаров с перевозкой, да, дело будет? У меня есть несколько контрактов за границей, я мог бы послать им весточку. Вот 8 это аппарат. Будем на связи. Подробности позже. Так, взлететь. Хорошо, устройство получено. То есть мы будем с тобой связываться, да? Шикарно, шикарно, шикарно. Тут мне нужно будет, наверное, поубирать. Надо будет, наверное, поубирать. Ага. Уберите автомобиль со взлетно-посадочной полосы. Хорошо. Отлично. Автомобили со взлетом посад... А, убирать автомобили. Вот эти вот убрать автомобили. Понял, понял. В принципе, понятненько. И ничего вроде сложного не должно быть. Так, переключаемся на X. Поворачиваем влево. Выдвигаем стрелу. Нет, надо ближе подъехать. Ага, еще ближе. И надо будет песок потом расчищать, да?
Отлично, а куда мне его вывозить? Куда мне вывозить весь этот хлам? Наверное, куда-то вот сюда, до мусорного бака. А мы же сможем, да? Поднять и выкинуть эту точку. Или не сможем? Ага, можем. Только нужно стрелу дальше выдвинуть. А стрела дальше у меня не выдвигается. Все, упади, пожалуйста. Ты можешь упасть, пожалуйста, туда, в мусорный бак. Ладно, в принципе, с одним справились. Давай, поехали. Со второй тачкой справляться. Ну, либо, по крайней мере, попробовать справиться с ней. Стрела сильно. Но падла, надо ближе подъехать. А либо не надо. Нет, не надо. Отлично, потащили за собой. Ага, не потащили. О, все. Теперь точно потащили. Ну а куда мне эти тачки девать? Только выкидать, правильно? Только в мусорник вот сюда. Так, остановись. Ага, дальше ты не хочешь двигаться. Все, отлично. Не отлично. Нужно как-то задом к тебе подъехать. Все. Ну, по идее, да. По идее, да, все. Не буду вас больше мучить. Пойдем. Так, выберите режим. Давай легкий. Так, двигать на себя, да? А, left. Все? Шикарно. Шикарно. До встречи. Но я надеюсь, нам не придется с вами постоянно это делать. Если честно, не хотелось бы. Так, ладно, ребят, все, думаю, на этом серию, в принципе, закончим. В следующей мы уже побегаем, поубираем этот вот хлам, весь мусор. Позаказываем товары и посмотрим, что у нас, в принципе, там на заправке нашей происходит. Потому что мне хотелось бы реально заправку сначала развить до полного, а потом уже заниматься всем остальным. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем до потом и пока-пока.